На сегодняшний день более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием максимально строго наказать виновника громкого ДТП со смертельным исходом. Напомним, оно произошло 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Водитель БМВ, будучи нетрезв, превысил скорость и, пролетев на красный свет, протаранил Рено. В результате погибла женщина и двое детей. До сих пор в реанимации водитель и еще один пассажир Рено. Сразу после той страшной аварии ГИБДД Барнаула для борьбы с ночными лихачами усилила патрулирование проспекта Ленина. Правда, это не спасло от очередного происшествия. Ночью 20 октября, как нам пояснили правоохранители, уходя от преследования полиции, водитель автомобиля ВАЗ, не имеющий прав, также проехал на красный и столкнулся с Ладой Калиной. В результате в Калине пострадали трое, в ВАЗе пассажирка. Все они госпитализированы с травмами в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас они в удовлетворительном состоянии. В то же время, как нам сообщили в Краевом Минздраве, состояние мужчин, пострадавших в аварии с БМВ, по-прежнему стабильно тяжелое. Виновник трагедии Александр Руденко находится в СИЗО.